Сегодня у нас 19 июня 2023 год. Вот мы работаем на саманном домике. Здесь у нас грядки основные все. Знаете, мы уже сейчас вот эту вот грядку прополол лука, вот эту вот небольшую. Это для Надежды Васильевны посадили. Вот, Николай Георгиевич у нас сегодня брат косит. Вот он хорошо косит. Трехлепестковый у него диск стоит. Здесь у меня уже посажены арбузики. Правда, уже это была слишком большая рассада. Немножко не такие, еле очухиваются, говорится. Трава тут моментально растет. Еще нету у нас дождей как таковых. Так, немножко сбрызгивают и все. А если бы еще дожди были обильные, то бы вообще выжило. Здесь вот с одной стороны тоже арбузики посажены. Вот они. Полипы. Бедненькие пить хотят. И знаете, Тихоныч тут освобождает эту грядку под посадку еще одних арбузов, будет уже семенами будем садить. По бокам проходит. Ну что, Игнатий Тихонович, как вам работа? Да как работа? Слава Богу, только вот это брать нельзя, она раздирает эту. Туда надо руку просовывать, я это не могу. Ну это я сам займусь. Ну вот видишь, еще прошло сколько. Ну да. Слава Богу. Правильно. Видишь, не всегда получается. Ну, здесь. Вот это конфликт идет. Это работа, по мне, только ножи судорога тянула. Ну, помоги Господь вам. Видишь, какая у меня рука? Такого трещатка. А если начнем сейчас сидеть, ничего не делать, еще что будет? А тут работаешь, можно помолиться, порассуждать. Вот это ладно убрал отсюда? Да. Ну вот, там целиком убрал, а здесь, я не знаю, наполовину. О, вот как. Это будут арбузы нынче. Жалко, что люди не попробуют, которые приедут-то. Да. Вот и все. Да, слава Богу. По милости Божией. Все, это... отпускаешь? Да. Спаси Христос вас. Пошел мыться, да что тут? За помощь. Общее дело-то. Дело в том, что я не отличаю горох, бобы, там где не видать, я попорчу. А вот сегодня ты дал мне такую работу, там лук, я его хорошо вижу. И, ну, может быть, одну-другую там где-то оторвал нечаянно. Все. А вот это не могу трогать, она рвет ее. Это я сам пропалю. Ой-ой-ой. Слава Богу. Это что же такое, не дыня? Нет, это тыква. Тыква, она похожа. А ты сколько дров? Да, зимой пилить. Зимой, да, на лед упадет. Да, сухостой. Ну, раскорчевать на берег. Да, бобер постарался. Бобры. Так, ну все, пошел я. Все, слава Христу. Слава Христу. Что не отверг меня. Аллилуйя. Позволил мне тут маленько что-то сделать. Угу.